Договорились с Германией. Как сообщил губернатор Павел Коньков, 1 декабря в немецком городе Эссен подписан контракт на поставку оборудования, шеф-монтаж и сервисное обслуживание между предприятием «Ивановский полиэфирный комплекс» и генеральным поставщиком концерна «ThyssenKrupp». Контракт предусматривает поставку современной спецтехники для производства полиэфирного штапельного волокна. Подписанию контракта предшествовало проведение многораундовых переговоров и испытаний. Важно было подтвердить гарантийные производственные и качественные показатели. Предварительно были подписаны технические приложения контракта и согласованы условия финансирования. Напомним, немецкая компания участвует в реализации проекта с 2012 года, начиная с этапа разработки проектной документации для строительства комплекса.